Насмешливые врачи. А оборудование не портится. Губернатор считает, получит корабль, пустая трата денег. Ну что, вот получится бесплатно. Вы лечите пациента, другие операторы. Оказываете медицинскую помощь. Вы даже бесплатно оперируете. Губернатор мне голову откусит, если я его не остановлю. Там не прям Марк Кирилл, но там еще. Служба скорой помощи улучшается. Пусть они принимают экстренных больных. Государство обеспечивает.